Вот такой водоемчик небольшой. Оставшийся от того снега. К лету он, конечно, пересохнет. На берегу его греется и отдыхает змеи. Будет отдельное видео, скидочка там будет. Ссылка. Не будем тревожить. Красивая красная вода. Еще одна змея там поползла. Ну ладно, не будем их вырезать. Так что будьте аккуратнее посещать такие места.